Сирийская армия продолжает тем временем отражать попытки боевиков вырваться из окружения в Алеппо. Тяжелые бои идут как в самом городе, так и на подступах к нему. Огонь по террористам ведет тяжелая бронетехника правительственных сил. Боевики радикальных группировок шестой день пытаются прорваться на Алеппо, чтобы деблокировать своих сторонников. Террористы не считаются с потерями. За это время они уже потеряли убитыми около 400 человек. Есть погибшие среди правительственных войск. После одной из неудачных атак боевики обстреляли старую часть Алеппо баллонами с хлором и другими ядовитыми газами. Погибли не менее 5 мирных жителей, десятки раненых. Под Алеппо продолжает стекаться бомбформирование из других провинций Сирии группами от 40 до 100 боевиков.